Общаться со Вселенной – это полезно. Полезнее, чем с людьми. Общаться со Вселенной полезно, считая, что это твое отражение. Человек, если он адаптирует себя, если он объединяет себя со Вселенной, он начинает ощущать то состояние мысли, которое представляет собой всю Вселенную. Потому что вот эта Вселенная вся, планеты, пространство, звезды – это мысль на самом деле. Это овеществление или проявление мысли, творения относительно нас. Если я пытаюсь с этим отождествиться, связаться, объединиться со всей этой Вселенной, то я начинаю воспринимать ее внутренний смысл. Проникновение во Вселенную, оно может быть через взаимосвязь с людьми. Вот как ни странно, именно «возлюби ближнего как себя» является ключом к раскрытию Вселенной. Работа большая, но она интересная, захватывающая, она особенная. Это и есть работа человека.